Hello. Нет, лучше. Good morning. Нет. Здравствуйте. Так, тетрадь для заметок, упражнение, доска. Какая доска? Доска? Электронная доска. Hi there, it's Nastya и моя рубрика Handy Hacks. И сейчас я поделюсь своими 10 хаками, как провести первое занятие онлайн. Первый урок — это волнительное событие. Первый онлайн-урок, тем более. Потому что, как бы, что такое онлайн и с чем его готовить? Я всегда волнуюсь перед занятием с новым учеником, и ничего не могу с собой поделать. Это нормально. Вы волнуетесь, ученики волнуются, а урок идет. Да еще какой урок? Интересный, запоминающийся и первый. Well, this is a special moment. О чем нужно подумать непосредственно перед уроком? Первое. Просмотрите еще раз план занятия, с чего вы хотите начать, какие цели вы перед собой ставите и к чему вы хотите прийти в итоге. План в какой-то степени помогает снять напряжение. Он дает нам уверенность в том, что урок уже подготовлен, активности продуманы, и не нужно на ходу в нервном изнеможении придумывать что-то новое. What am I doing? Хотя это как пойдет. Two. Позаботьтесь о внешнем виде. Первое впечатление складывается из того, что ученик видит и слышит. У меня есть такая фишка. Я странная. ABC, не беси. Упа, упа, упа. Go, bananas! Go, go, bananas! Ученики, а особенно дети и подростки, любят странных. Да. Я делаю розовый макияж или надеваю какую-нибудь странную яркую одежду, чтобы как бы транслировать мысль. Я прикольная! Со мной весело! Ну и важно, чтобы на фоне не было ничего лишнего. Никакого мусора, беспорядка, и чтобы никто там не гулял. В-третьих, проверьте соединение, техническое оснащение, и если вы пользуетесь дополнительными сайтами, все ли ссылки открываются. Все это мы делаем, чтобы избежать технических заминок во время урока. И вот наступил момент X, и у него тоже есть свои нюансы. Не перегружайте информацией. Первый урок задает тон дальнейшему обучению. За это время нужно познакомиться, найти общий язык, диагностировать пробелы, наметить цели для обучения. Поэтому имеет смысл начать с небольшой простой темы, чтобы не довести ученика до истерики и не напугать его. Пусть он поверит в себя, поймет, что совсем скоро он точно заговорит на языке. Number 5. Если уровень позволяет, проведите с учеником small talk. Это поможет вам лучше узнать о его интересах, а также о слабых местах. Главное, не исправляйте, дайте ему выговориться, пока вы делаете заметки. Talk away, I'm all ears. Добавьте интерактива, игру или интересную активность, чтобы ученик понял, что с вами не будет скучно. И чтобы ему еще раз хотелось с вами позаниматься. Честно вам признаюсь, играю я не часто, но мои уроки построены на интересных диалогах и креативных заданиях. Например, мы прошли There is there are, и я могу попросить описать, что находится на столе ученика, чтобы я угадала, где правда, а где ложь. И наоборот. Кстати, вы уже следите за новостями в нашем сообществе? Очень скоро я там буду рассказывать про свою любимую обучающую игру, в которую я редко играю. Number 7. Заинтригуйте. Surprise me. Приоткройте завесу тайны. Расскажите, чем вы будете заниматься на следующих занятиях. Вот мы с тобой, когда будем смотреть этот сериал... Кстати, чуть-чуть попозже ты мне напишешь рецензию на фильм. Еще наверняка есть сайты, которыми вы регулярно будете пользоваться. Расскажите про них. В общем, заинтересуйте ученика. В конце урока оставьте 5 минут на рефлексию. Я сама иногда забываю ее проводить, но после первого урока я считаю это критически важно. Нужно узнать, что понравилось, что запомнилось и что было новым. Я это делаю, чтобы, во-первых, у ученика было четкое понимание, чем ему этот урок был полезен, во-вторых, чтобы поставить логическую точку в конце урока, ну и в-третьих, чтобы понять, какие задания ему больше понравились и были полезными, чтобы относительно данной информации выстраивать дальнейший курс. После урока или в конце вполне логичным было бы подготовить свой фидбэк. Ученики, особенно взрослые, хотят знать свой уровень, хотя бы примерно. Над чем надо работать и можно ли вообще с этим работать? То же самое хотят знать и родители ваших учеников. Is he okay? Здесь нужно быть честным. Но не забывать про технику сэндвича. Сначала мы говорим что-то положительное, потом то, над чем предстоит поработать, и снова что-нибудь положительное. Вот кейс. Мальчик, назовем Олег,
Учил английский много лет назад, сейчас он в 10 классе. Все глаголы в начальной форме, путает порядок слов, но собирается сдавать ЕГЭ. Пример фидбэка для мамы или папы. С Олегом очень приятно работать, он проявлял активный интерес к теме занятия, задавал вопросы, отвечал. В общем, видно, что для него это важно. Конечно, пробелов много, и сразу скажу, особо рассчитывать на 80 баллов и выше мы не можем, поскольку, нельзя вместить в 2 года всю школьную программу. Однако видно, что он очень серьезно настроен на работу, и я уверена, что с таким подходом мы можем значительно улучшить его уровень. Они хотят знать правду. Потому что там дети приходят, у них сейчас судьба решается. Они могут пойти куда-нибудь, они могут сделать ставки на английский, а могут на математику. То есть лучше я им сейчас скажу, и они не будут париться с английским, и сразу вот эту все свои ресурсы вложат в что-нибудь другое. В совете номер 5 я говорила делать заметки. Так вот, в конце урока имеет смысл занести все эти заметки куда-нибудь в план или журнал, где вы готовитесь к последующим занятиям. Это помогает работать точечно над пробелами ученика и также отслеживать его прогресс. Вот 10 советов, которыми я всегда пользуюсь. Надеюсь, вам они тоже помогут в ваших первых онлайн-занятиях. Главное помнить, что волнение — это нормально, а бояться нечего. Кусать вас никто не будет, потому что укусы по сети не передаются. Пока что. Учителя, которые уже преподают онлайн, давайте поможем новичкам. Мы с вами знаем, как это может быть непросто, и хороший совет всегда ценен. Поделитесь, пожалуйста, своими tips and hacks в комментариях. Кстати, если вы морально созрели к своим первым онлайн-урокам, то я вам рекомендую работу в Skyeng. Здесь мы работаем на платформе Vimbox, который минимизирует время на подготовку к урокам, предоставляя готовые планы занятий и дополнительные материалы на любой вкус. А также проверяет домашку автоматически. Ссылка с записью на собеседование в Skyeng под этим видео. Если вы еще не вполне уверены, что готовы, то пройдите тест на SkyTeach Blog. Он, кстати, так и называется. Готовы ли вы к первому уроку онлайн? Ссылочка тоже в описании. На этом не все. Ставьте лайк и колокольчик. Подписывайтесь на наш YouTube-канал SkyTeach. И stay tuned! Bye! Я же сказала, моторика плохо. И не сутулься. Это потому, что меня от детства пеленали. Я просто такие смешные сценарии пишу, не могу.